В нашем мире невозможно понять, где правда, а где глюк. И видишь ли ты то, что видишь, или... Редерик ожесточенно продирался сквозь сплошное переплетение веток, кустарника и еще каких-то неизвестных растений, какие растут только в зоне, которая их и породила. Ветки хлестали Редерика по щекам, раздирая их до крови, колючки кустарников впивались в руки, но он будто даже не замечал этого. Теперь ему было все равно. Он уже третий день продирался сквозь этот гнилой лес к своей цели. Еще вчера у него закончились патроны и еда. Автомат он выбросил за ненадобностью. Зачем он без патронов? Если подпустить здешних жителей к себе ближе, чем на 2 метра, не спасет даже топор. Только чудо. Этой ночью ему пришлось убегать от неясного силуэта, затаившегося в кустарнике. В зоне каждая тень готова ни с того ни с сего кинуться на зазевавшееся существо. Он разодрал в куски свой защитный костюм и потерял противогаз. На счетчике Гейгера, верно, даже шкалы не хватит измерить ту дозу радиации, что излучало теперь его тело. Редерик точно знал, что на этот раз он либо выйдет из зоны победителем, либо останется здесь навечно. Он сидел в уютном баре и, неспешно посасывая один за другим бокалы пива, прислушивался к разговорам новоприбывших юнцов, мечтающих стать сталкерами. Он думал тогда: последние месяцы их прибывает все больше и больше. Возможно, их влечет ими же придуманная романтика зоны. А может быть, неплохие деньги, если повезет, от огромных корпораций, вынужденных пользоваться услугами сталкеров из-за запрета проводить исследования зоны негосударственным организациям. Кто знает. Большинство этих новичков погибнет в зоне в первый же день. Кое-кто выживет, станет опытным сталкером, может даже заработает немного денег. Но ему уже не нужны будут ни слава, ни романтика, ни деньги. Он будет мечтать только о том, чтобы вернуться к прежней жизни. Но никто из них никогда больше не сможет вернуться назад. Зона притягивает к себе тех, кто посмел потревожить ее владения. Она приковывает к себе и уже больше никогда не отпускает. Ни один сталкер еще не умер вне зоны. Должно быть, и мне однажды выпадет отдать свое тело, а то и душу, на растерзание зоне. Но я не сдамся до конца. Я уверен, что зону можно победить. И я это сделаю. Собственно, ничего особенного в этих его рассуждениях не было. Он каждый вечер думал об этом, пока не забывался в беспокойной и напряженной полудреме, чтобы на завтра целый день рыскать по зоне, а вечером опять переживать те же чувства и рассуждать в том же тоне. Но этим вечером Редерику не суждено было дойти до конца в своих мыслях. Его грубо прервал старый сталкер Визгун, подсевший без всякого приглашения за столик Редерика. «Я слышал, ты хочешь победить зону», — начал он без всяких вступлений. «Кому какое дело?» — огрызнулся Редерик. «Не, ну, дело, конечно, твое, но я знаю, как это сделать. Что ж сам не сделаешь?» «Как видишь, я уже слишком стар, чтобы сильно углубляться в зону». «Ну что ж, выкладывай». «В самом сердце зоны есть лачуга. Ее нельзя спутать ни с одной другой. Она как-то не вписывается в окружающую местность, будто ее строили не люди. Ночью от нее исходит неясное свечение. Я-то знаю, это не радиация, это что-то другое, что-то непонятное. Я только раз видел эту лачугу. Издалека. Страх сковал меня, и я уже не мог сделать ни шагу вперед. Тогда я думал, что вернусь. Возьму много людей, техники. Но никто не поверил мне. Но я точно знаю, это была сама сущность зоны. Ее душа, сердце. Называй как хочешь. Это было так давно. Сейчас там уже, наверное, огромный лес. А тогда был только молодняк по пояс». «Ха! А почему ты думаешь, что я поверю тебе?»
оборвал его ностальгическое повествование Редрик. «Потому что ты всерьез веришь, что ее можно победить». И не говоря больше ни слова, он встал и ушел из бара. Тогда Редрик и вправду не поверил старику, но наутро решил, что ничего не потеряет, если проверит. А теперь, чем дальше он углублялся в зону, тем больше верил. И даже не просто верил, он знал. Вдруг лес неожиданно кончился, открывая большую поляну. Поляна была практически идеально круглой, а в центре, ровно посередине, стояло одноэтажное покосившееся здание. Это было очень странное строение. Кирпичная коробка, покрытая металлической крышей, без каких-либо намеков на окна. Только старая металлическая дверь висела на одной петле. Редрик застыл на границе леса и поляны. Все мысли моментально вылетели у него из головы. Он достиг своей цели. Перед ним было возможное осуществление мечты всей его жизни. Немного постояв, он спокойно пересек поляну, сорвал с петли дверь и вошел внутрь. Изнутри стены были покрыты когда-то белой, а теперь сероватой, местами облупившейся краской. Пол и потолок странным образом точно соответствовали стенам. Складывалось впечатление, что эта комната вырезана из монолитного куска бетона и идеально отшлифована. Но это было не самое странное. Посреди комнаты, на равном расстоянии от стен, пола и потолка, висел в воздухе плазменный шар. Его поверхность попеременно сменяла все цвета спектра. Редрик обошел шар и, рассмотрев со всех сторон, протянул к нему руку. Когда он притронулся к поверхности шара, комната озарилась вспышкой, и ток прошел по всему его телу. Сталкер упал без сознания. Когда Редрик очнулся, шар висел на прежнем своем месте. Но комната преобразилась. Стены, потолок и пол были идеально ровными и белыми. Нигде не было ни малейшей трещинки. Дверь была серого цвета и висела на положенном ей месте. Внезапно дверь открылась, и за ней показался коридор. В комнату вошел человек. Он медленно закрыл дверь и внимательно посмотрел на Редрика. Его лицо показалось Редрику таким знакомым, как если бы он знал этого человека всю жизнь. Заметив озабоченное лицо сталкера, человек широко улыбнулся и произнес: «Здравствуй, Ред! С возвращением! Как тебе наша новая игра?» В нашем мире невозможно понять, где правда, а где глюк. И видишь ли ты то, что видишь, или ты просто шизофреник, или параноик, или просто дурак, и тебе все это только кажется? Ты можешь об этом много думать и выдвигать все новые версии, но ты, так же как и я, никогда не сможешь проверить. Возможно, только в конце. Вы слушали рассказ «Живая зона». Автор Константин Даннер-Назаренко. Рассказ принимал участие в первом литературном конкурсе портала stalkerbook.com. Читал Олег Шубин.
Это я. Да. Эксперимент под контролем. Да. Субъект направлен в нашу лабораторию в Темной долине. Хорошо. Я вас понял. До скорого.